Ну что, мы узнали, что такое соус и с чем его едят. А теперь давай сделаем вот такой вот двор Литейного. Ну что, не страшно? Тогда пойдем. И на пересечении этих линий построения у меня образуется куб. Я даю ему растечься и делать свое дело, как, например, дают это делать акварели. Если осталась еще влажная бумага, то пока она растекается, если не осталось, то это все равно потом все, ну, где-то может быть поправится, где-то что-то добавится. Уходим вот сюда и чуть-чуть просто текстурки добавляем в тени. Сделаю намеки на решетку здесь. Тоже какие-то надписи можно сделать просто вот так. Соус идеально стирается и можно не бояться